Звездно-полосатые и флаги цветов радуги запестрели над толпами геев, которые приветствовали историческое судебное решение. Верховный суд США отменил закон, согласно которому гомосексуалы не имели супружеских прав. Однако теперь они эти права получат и смогут претендовать на те же федеральные льготы, что и традиционные пары. Верховный суд по поводу существующего закона обратилась жительница Нью-Йорка Эдит Виндзор. Когда умерла ее партнерша Тея Шпеер, женщина обжаловала тот порядок, согласно которому должна была заплатить за наследство больше, чем если бы была замужем за мужчиной. Постановление Верховного суда считается важным, однако оно не снимает вопрос о том, признают ли однополые браки в США конституционными. В прошлом году Обама стал первым действующим президентом, который поддержал браки однополых партнеров.